Сегодняшняя тема. Жми на ссылку и читай колонку главного редактора «Собака Леди Али Баданины» о том, что носить после 30, спойлер, все, что захочется. Мини могут сделать образ вульгарным, независимо от возраста, здесь важна аккуратность. Макси в большинстве случаев может прибавить лет. А вот юбка немного ниже колена, безупречный вариант. Рекомендуем юбку-карандаш, она универсальна почти для любого телосложения, стройнит, подчеркивает талию, маскирует живот и зрительно удлиняет ноги. Цвета лучше подбирать глубокие, насыщенные, а из всех тканей предпочесть замшу или кожу. Жми на фото, чтобы посмотреть, кто из звезд обожает мини даже после 55 лет, они были и остаются вне моды и трендов, и это абсолютный must-have для базового гардероба современной женщины. Главное правило – отсутствие принтов и ярких надписей. Сегодня в почете минимализм, и чем проще футболка, тем лучше она сочетается с другими вещами. Парадокс, забавные рисунки и веселенькие узоры делают нас старше и кричат о старомодности, в то время как лаконичность – признак того, что ты идешь в ногу со временем. Жми на ссылку, чтобы больше узнать о неактуальных футболках, а ниже смотри на звезд, которые одеваются очень молодежно, джинсы ассоциируются с молодежным стилем и помогают своей обладательнице визуально сбросить несколько лет. Наиболее омолаживающими являются синий и голубой цвета, также неплох черный, поскольку он стройнит. Сейчас в тренде джинсы с высокой талией, они подчеркивают красоту и изящность ног, скрывая недостатки в области живота. А прямые джинсы и байфренды стройнят в области бедер и икр. Джинсовка тоже будет кстати. Жми на фото и смотри, как ее носят звезды, свитер оверсайз с удлиненными рукавами делает женский образ нежным и уютным. В такой вещи ты кажешься особенно хрупкой и беззащитной. Большой свитер делает твой образ моложе, а если он темных оттенков, еще и стройнее, как минимум на один размер. В лодочках на шпильке ноги выглядят стройнее и длиннее, силуэт визуально вытягивается, и любой наряд с этой обувью смотрится гораздо эффектнее. Но выбирать туфли следует осторожно, их носки должны быть в меру заострены, поскольку обувь с длинным острым носком осталась в нулевых. Однако стоит взвесить, стоит ли игра свеч, если собираешься весь день провести на ногах. Возможно, стоит найти что-то удобнее или захватить с собой пару без каблуков. Забавный тренд этого лета, в моду вошли спортивные штаны с каблуками. Смотри, как это выглядит, маленькие, немногословные украшения сейчас в моде, они подчеркивают чувство стиля и выгодно сказываются на образе. А вот массивные, увесистые драгоценности и крупная, олиповатая бижутерия не сыграют на руку, они часто выглядят старомодно и перегружают образ. О других стильных аксессуарах читай под фото, читай еще. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.